Всем привет, друзья, с вами Игорь Эджерт, и добро пожаловать в город Александровск. Сегодня у меня пока что, можно сказать, мало обновлений за сегодняшнее время, то есть пока что я, можно сказать, мало что успел сделать за последнее время, то есть если так считать, за 5 дней, если так можно сказать, то сегодняшний у нас обзор — это поселок Майстак. Это, можно сказать, это пока что сейчас отдельный поселок, но можно сказать, он скоро будет присоединен в состав Айсадовского городского округа, то есть он фактически будет включен в состав города Айсадовска, а Майстак станет уже внутригородским поселком. Тут у нас вот такая обычная майнкрафтовская деревня, вот. Ну, там же у нас располагается еще 4 частных домика, то есть всего 4 пока что. 2 улицы, причем, точнее, 3 из них, вот одна проходящая, центральная. Вот, тут у нас еще автобусные остановки, и вот, давайте начнем с этого дома. Тут у нас такая вот комната с коридором, то есть, вот, тут всего 65 квадратных метров, ну, точнее, или блоков, смотря как. Дальше, ванная, просто, извиняюсь, что темно, просто добавил. Что входит? То есть, такая вот ванная, то есть, такой вот ванная, раковина, стиральная машина и полочка, где хранятся шампуни и так далее. Туалет, кстати, тоже особо сидит. Ну, ничего особенного, унитаз как унитаз. Кухня. Вот с кухней самое интересное. Там всего 35 квадратных метров. Я постарался сделать кухню более, можно сказать, более просторной, чем обычно бывает в реальной жизни. Там всего примерно 6-7 квадратных метров кухни, но я постарался сделать ее более, можно сказать, уютной и удобной, можно сказать, чтобы можно было пройтись. И того получилось, что эта кухня в этот частный домик занимает всего 35 квадратных метров. Да, многовато, соглашусь с вашим мнением, но тем не менее, все по уму, ребята. Тут у нас стол, стулья, где можно посидеть, покушать. Такая вот кухня, вот такая вот. Печка, раковина, посудомойка, вот такая вот, которая похожа на стиральную машину. Хотя, давайте я заменю, чтобы не было узкой путаницы. Нет, не тот люк, вот. Во, красота. И двойной холодильник, вот такой. Ну и два таких вот окна на одной стене. Кстати, ребят, я, возможно, в октябре, можно сказать, я планирую сделать опросник, то есть вопрос-ответ, но это пока что возможно, смотря по моим обстоятельствам. То есть, возможно, он появится, но о дате выхода я смогу сообщить дополнительно, то есть, возможно, к своему дню рождения сделаем с 1 октября, 1 числа, точнее. Если, смотря, что у меня будет. Просто я перехожу в 9 класс, и мне придется тогда все силы отвести на, точнее, можно сказать, все силы уйти, сбредать для сдачи, точнее, чтобы, можно сказать, закончить 9 класс и сдать ОГЭ. Ладно, извини. Так, небольшое отступление было. В общем, дальше у нас два таких одинаковых дома, правда, у нас другая краска. То есть, вот так вот, из песчаника и гранита, полированного, гладкого. А тут из глины, красного и желтый. Ну, и гараж, разумеется, такой. Но там внутри ничего нету. И еще один дом, двухэтажный, вот такой вот, с такими вот клумбами сирени и розы. Тут у нас такой вот коридор, такая вот мини-комната высшая. Я угораю, наверное. Простите, это вот здесь комната, а там коридор, чисто коридор, просто перепутал. Так, тут комната всего 28 квадратных метров, то есть уже чуть поменьше, чем в предыдущем, но тем не менее, тоже есть где развернуться. Ванная с туалетом, тоже вот по типу, в принципе, и вот такой вот выступ. Выступ, наверное, под шкафы или кухню. И заранее хочу сообщить, что это, можно сказать, квартира, типа, комната-студия там.
Здесь вот тоже почти то же самое, правда немного другое расположение. Расположение ванны и туалета. Тут ванная, правда, я не стал обустраивать. Туалет такой вот. Такая вот комната, вот сказать, все разброс. Давайте я просто измерю. 15 плюс еще 6 и... Итого 21 квадратный метр. И плюс еще лестничная площадка на второй этаж. И здесь комната. На втором этаже комната, студия уже побольше, приблизительно 45 квадратных метров. Балкон, то есть с этой стороны и с другой тоже. Вот. Правда, сзади балкон, мозгой побольше. В общем, я показал вам строящийся поселок Майсак, так что там пока что будет всего 3 улицы, и этот поселок располагается недалеко от Комендантского проспекта. Вот вы видите, вот здесь у нас идет дорога туда. Вот. И следующее обновление, то, что я решил построить школу серии 221.1.384.85. Сейчас телепортируемся. Вот. Вот, эта школа располагается возле вот этого микрорайона, вот, где вот еще один сад есть. Тут у нас две, можно сказать, два пандуса, не знаю, то ли пандусы, то ли не знаю что, в общем, чтобы можно было на инвалидной коляске забраться. Четыре входа, вот у нас кабинет. Тут пока что я еще мало что успел обустроить за сегодня. Но я обустроил первые несколько кабинетов, то есть кабинет истории, 101 кабинет, вот такой вот. Общество знания, вот, географии, вот. А дальше, еще один класс, уже под кабинет номер 104, вот. Технология, девочки, или нет, пацаны, вот такой вот. Вот класс технологии, вот, с верстаки, вот. Далее, вот я тут пока еще не успел обустроить, технологии девочки, вот. Пусто. Да, учительская, лаборантская и кабинет биологии, вот этот кабинет я обустроил. Разумеется, есть запасные выходы на случай внештатной ситуации, всего... Да, это школа, можно сказать, переменной этажности, тут всего 3-4 этажа, то есть дальше вот на четвертом этаже уже планируется библиотека. Да. Ну что ж, друзья, на этом у меня пока что все. С вами был Глеб, то есть он же Грегор Эджард. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, залетайте ко мне ВКонтакте, в группу Discord, а также мой чат Telegram, ссылка в описании под видео. Также не забывайте заглядывать на мой канал в Яндекс.Зен и в YouTube, ссылки тоже в описании под видео. Ну и по желанию вы можете поддержать мой канал копеечкой. Донат тоже в описании под видео. Ну что ж, мякайте лайк, с вами был Грегори, и всем пока.